себе скидки. Всем привет! На улице резко потеплело, самое время менять зимнюю одежду на весеннее пальто. В этом сезоне в моде стеганые пальто и тренчкоты, они теплые и легкие. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Весеннее пальто должно быть удобным, легким, но при этом достаточно теплым, ведь весеннее солнышко зачастую обманчиво, и ветер тоже может быть еще довольно холодный. Стройным и высоким подойдет практически любая модель. Счастливой обладательнице длинных ног стоит уравновесить пропорции фигуры не слишком коротким весенним пальто, опускающимся до середины бедра. Женщинам с Т-образной фигурой, когда плечи по сравнению с бедрами существенно шире, стоит отдать предпочтение приталенной модели с широким откидным воротом и расклешенной на уровне бедер. Жестоко ошибаются женщины, чья фигура отличается пышностью форм, когда пытаются скрыть этот недостаток под широкой драпировкой весеннего пальто А-силуэта. Такой прием провоцирует обратный эффект. Фигура кажется еще более пышной. В этом случае стилисты советуют выбрать модель с плотной посадкой, средней длины, отрезную выше линии талии и расширяющуюся к низу. Тем, чей рост отличается миниатюрностью, предпочтение в выборе весеннего пальто стоит отдать укороченной модели полупальто или пальто средней длины, не длиннее, чем на ширину ладони ниже колена. На сайте Wildberries демисезонное стеганое женское пальто сейчас можно купить за 7981 рубль. Его прежняя цена – 15 059 рублей. Настоящая палочка-выручалочка в весеннее время года. Пояс подчеркнет линию талии, а длина ниже колена придаст элегантности образу. Английский воротник. При желании его можно поднять для защиты от ветра или создания более дерзкого вида. По всей длине идут заклепки, что дает дополнительную защиту в ветреную погоду. Классическое двубортное длинное пальто – универсальная вещь в гардеробе. В наличии пальто в трех цветах – черное, бежевое и капучино. Универсальная длина до колена позволяет сочетать стеганый тренчкот с любым видом женской одежды. На сайте Озон демисезонное стеганое пальто Stucan Style сейчас предлагают со скидкой за 5632 рубля. Длина изделия 105 см до колена подойдет для невысоких девушек и женщин. Рассчитана на температуры от плюс 10 до минус 5 градусов. Классическая модель с английским воротником, длинными прямыми рукавами, боковыми карманами и поясом. Выполнена из глянцевой плащевой ткани. Имеет два ряда рабочих кнопок, при помощи которых можно сделать пальто уже или шире. На сайте Яндекс.Маркет стеганое пальто цвета хаки Зарины сейчас продается за 4199 рублей. Утеплитель Синтепон, модель двубортная, выдерживает температуру до минус 5 градусов. На сайте Classic Plus весеннее стеганое пальто сейчас можно приобрести за 10600 рублей. Цвет небесно-жемчужный, длина изделия 105 см, вточной капюшон. Изделие утеплено иглопробивным синтепоном, состав 100% полиэстер, выдерживает температуру до минус 10 градусов. На сайте Red Markets женское демисезонное стеганое пальто кислотного желтого цвета предлагают за 3065 рублей. Его прежняя цена – 6400 рублей. Пальто на поясе классическое, в наличии только 42 размер. Материал – полиэстер, утеплитель – синтепон. На кнопках в два ряда, что позволяет регулировать полноту. Рекомендуемый температурный режим – от плюс 15 до минус 5 градусов. Определяясь с длиной вашего пальто, учитывайте особенности своей фигуры. Помните, чем больше длина пальто, тем выше вы кажетесь и тем теплее вам будет в этом пальто. Нет смысла покупать коротенькое пальто и мерзнуть в нем. По сложившимся правилам, пальто должно быть длиной ниже, чем любая юбка или платье под ним. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!